творческих планов очень много. Мы сейчас с Иванушками будем снимать фильм «Тур с Иванушками». Плюс у нас идут большие концерты, новые песни уже записаны. А с Галамартом мы давно дружим, но вот идея открыть все магазины и делать какие-то совместные продукты, это возникло буквально там года полтора назад. Спасибо большое. Олимпийский.